Классическая Рига 103 с кожаными боками, в разобранном виде. Вот внутренности стандартные. Как видите, на УКВ шнурочек есть, а на ДВС ВКВ оборван шнурочек настройки. Вот показываю, вот диапазон УКВ включен. Попробуем, что можно поймать. Мы должны опираться на Аристотеля и ученых. Совершенно правильно. Но, казалось бы, можно здесь подумать, а не является ли Альберт Великий сторонником Сигера Брабанского? Ну да. Конечно, как бы две истины. Но вот все-таки явно вот совершенно другой подход. Альберт утверждает, между разумом и верой нет противоречия. Я обращаюсь к Аристотелю или к Гиппократу не потому, что в Евангелии или у отцов церкви написано чушь, а потому, что в Евангелии и у отцов церкви в этом не написано вообще ничего. Они этим написаны. Восхищаются тем, как им удается сохранять равновесие. Это какая-то первая ступень к достижению измененного состояния сознания. Вы имеете в виду танцы? Танцы. Да, ну танцы существуют для многих ординаров. Меня зовут Александра, я театр. Ответа в том, что благодаря этой дезинформации русские получили немалые дивиденды, и они вернутся. Радио 1. Фургат 72 очка у Йоханнеса Бе 358. Они были объединены в некие такие гильдии, когда качество, например, там. Камеди Радио и телеканал ТНТ представляют. Вот и все, весь УКВ диапазон.